В минувшие выходные в нашем городе прошел рок-фестиваль. На сцене под открытым небом выступали исполнители из городов и весей Карагандинской области. На Open Air побывала наша съемочная группа. В нашем городе много креативной и талантливой молодежи. И чтобы как-то развивать творчество молодых людей, организаторы придумали такой фестиваль, который планируют проводить каждый год. Сегодня проходит первый областной фестиваль «Жастар Алеме». Он почему называется под такой эгидой? Он будет проходить ежегодно, мы надеемся на это. Но каждый год будут выступать разножанровые коллективы. В этом году мы взяли рок. На следующий год планируется брейк и рэп, культура. Возможно, еще другие. Возможно, спортивные, бальные танцы. Все остальное. Любая субкультура, что касается молодежи, она все войдет в этот фестиваль. Одним из организаторов фестиваля стала группа «Кукумбер», очень популярная среди карагандинских любителей рок-музыки. Ну, мы сейчас ведем переговоры насчет того, чтобы сделать эту акцию ежегодной, чтобы, ну, вот так вот собираться. Свинцовый дирижабль совместно с Акиматом все это вместе делаем. Группа «Жайдарменс» – единственный коллектив на этом фестивале, исполняющий песни в стиле рока на казахском языке. На казахском языке сочинили песню «Казаналы Караганды» специально для этого фестиваля, чтобы все песни на русском пишутся. И мы решили немножко на казахском языке разнообразить. Благодаря этому фестивалю на площади возле цирка все любители рока смогли насладиться любимой музыкой, а также встретить таких же фанатов этого течения. Я люблю рок, потому что он лучше всех, по-моему, на мой взгляд, чем остальные музыки. В нем больше смысла несется. Мне вот нравится тяжелая музыка. Мне она нравится. Айгерим Бухтаева, Рустам Бараев, Евгений Макаров, 5-й канал.